Большой подарок есть для всех югорчан и для жителей нашего округа. Совсем скоро духовой оркестр Югры зазвучит. В нашей студии главный дирижер, художественный руководитель духового оркестра Югры Сергей Свиридов. Сергей Валерьевич, доброе утро. Доброе утро. Совсем скоро, это уже завтра. Завтра. Расскажите про мероприятие, что ждет нас? Это концерт будет в рамках 12-й ассамблеи деятелей культуры и искусств Ханты-Мансийского автономного округа и Уральского федерального округа. Будут представители с Екатеринбурга, Челябинска, по-моему, даже кто-то будет из Москвы. И вот в рамках закрытия этого конкурса, этой ассамблеи, мы будем давать большой концерт. Да, но дело в том, что в программе концерта будут исполняться впервые в таком составе, как концертный духовой оркестр, будет играть симфоническую сюиту Римского-Корского Шахерезада. Вот. Это премьера не только в Ханты-Мансийске, но и в России, потому что ни один коллектив такого никогда не играл. Вот это да. Когда вы говорите большой концерт, вы имеете в виду премьеру, количество композиций. Количество композиций и вот что конкретно мы будем играть. То есть это довольно-таки крупные произведения, очень известные, я думаю, что публика будет довольна. Это будет только русская симфоническая классика. А где состоится, собственно, само мероприятие? Концерт будет в 18:00 в Центре искусств в Большом зале завтра, 8 апреля. Завтра уже можно все услышать и почувствовать своими ушами, мощь, своим сердцем, да, конечно. Насколько мне известно, вход свободный. Да, это в рамках, так скажем, общедоступных концертов, которые сейчас стали популярны во многих филармониях наших городов России. Вот в Екатеринбурге, в Нижнем Новгороде, в Санкт-Петербурге все это уже давно присутствует. Это делается для того, чтобы любой слушатель, ну, любых слоев населения, если можно так выразиться, смог свободно попасть и прослушать ту музыку, которую мы делаем. Это полезно. Ну вот вы уже достаточно, то есть давно даете концерты, да, у нас и в Ханты-Мансийске, и по округу. А есть уже те люди, которые вот, вы же все равно смотрите, да, вот вы знаете. Есть те люди, которые ходят к вам на концерты постоянно, то есть, ну можно сказать, ваши поклонники. Я могу сказать, что вот за то время, которое я здесь работаю с этим коллективом, публика своя появилась, и это очень здорово. Мы надеемся, что будет еще, наверное, больше слушателей, поклонников, которые будут появляться на наших концертах. Ну, это же известный факт, что классическая музыка, ну, для обычного вот обывателя, не за говоря, на очень концерт. Тяжело. То есть есть же какие-то, может быть, там... Вот, может быть, секрет в общедоступности. Завтра в Большом зале Центра искусств можно совершенно бесплатно попасть абсолютно на этот концерт, да, и понять вообще для себя, а может быть, вы те самые ценители этой классической музыки, может быть, духовой оркестр Югры играет для вас именно. Поэтому всех приглашаем на большой концерт. Да. Да, большое спасибо. Завтра будет интересно. Завтра в нашей студии был Сергей Свиридов, художественный руководитель духового оркестра Югры и главный дирижер этого оркестра. Всем хорошего дня, и через пару мгновений продолжим с вами развлекаться этим утром.